Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь Казаку Фэмили. Вот. Если вы слышите данную, как бы это было бы не спонтанно, противную музыку, то значит мы играем в El Matador. Я не знаю, кто ее знает, но это клон Макс Пейна, вы поймете почему. Но мы будем играть за полицейского под таким интересным названием, как El Matador. Так что, в принципе, присаживайтесь поудобнее, ставьте чаечек, кофеечек, мы ее немножечко постримим, вот, так что приглашайте друзей, ну а мы, в принципе, погнали и посмотрим, что это за... Значит, похищенную-то держат в ночном клубе «Барракуда». Вероятно, заказчик похищения — владелец клуба Альберто Марика. Официально Марика владеет несколькими клубами, но его основной доход, конечно, наркота. Агенты Васкис и Кера попытались проникнуть в клуб «Барракуда» и спасти заложницу. Ну, короче, как обычно, спасение утопающих не всегда. Спасение рук самих утопающих. Вперед! Снайпер на месте. Альфа, вперед. Пошли. Подожди ты. Я хочу. Все в норме. Прикрываю. Оружие. Можно мне калашу? Альфа, вы слышали? Вам... Слагам прочитать? Слушай, может, ты не будешь кричать, девушка? Ты куда собрался? Вперёд! Задание не закончено! Я тебя прикрою! Прикрой, Том. Слежу за участком! Настя, сволочь такая... Стреляй! Где у него хп-точки были? Давай, давай! Открыть огонь! Она тебя давать будет! Меняй магазин! Сука, ты помешал мне! Я тут, значит, чувака валю, а он... Спасибо, блин! Тупой! Вот! Так... Блин, вот это временное приседание мне вообще не нравится. Я хочу Ctrl, блин, клавишу поменять. Вот, пригнуться С, а привстать С. Вообще нифига неудобно. Во! Чё, где? Он, блядь, стреляет. Сука! Я тебя уничтожу! Чё, пожалуйста, сука, да? Или ты думаешь, у меня не... Слушай, ты! Холоп! А ты откуда взялся, блядь? Чертила. Да... Чё ж не вовремя, блядь, перезарядка? Стоп, у меня как... Круто, блин! Огонь, огонь, огонь. Огонь. У меня патроны, блин, калашики закончились. Прикрой огнем! Бей труп! А, свой. На, нахер! Спецназ, ты слепой или ты очканав? Альберто Марика. Черт! Полная задница.
не охрана, а стадо баранов. Неужели так сложно его пристрелить? Действуйте быстро, торчок. Чтобы Альберта не успела уничтожить стрела. Улики. Да блин. Блин, мать, да куда вы все лезете? Вот и планы, блядь. Гранаты кинули, они же бедные, нахуй. Минус 3. Я тебя на тряпку! На тряпки там порешь, дочка, нахуй. Человеку, который, блин. Блять, ну и музыка, я. Готов к смерти! Бля, быстрей! Ну! Нас зажали! Нужно прикрытие! Помогите! Нас стреляют! Быстро! Чёрт, ты Огонь! Не то, чтобы очканавты вы стреляли в курсе. Блять, это граната была. Да вы заебали. Батя, они заебали кидать. Серьезно. А кроме как кидать, закидывать вы можете, не? Придурки. Всякая фигня. Чё, блин? А типа другое. Башка. Кто? Откуда, блядь? Вот он этот. Блядь, его хуй увидишь, блин. Возьмите Альберта как можно быстрее. Он не должен уйти. Так, а УЗИшки? Пошли. Он не сюда? Никуда. Сам ты легавый. Я тебя прикончу. Конечно. Блин, а хп-шек больше не нужно, да? Ладно, пофиг. Акулы. Челюсти барракуда, канализация, ладно. Альфа, у нас нет плана подвальных этажей клуба. Вот класс. Придется ориентироваться по обстановке. Вы должны взять Альберта, он где-то рядом. Ну-ка. Понял вас. Черт, не открывается. Может, просто нужны умелые руки? Ясно. Сволочь!
Блин, вот ты тупой. Лови. Блять, это чё? Домовуха была, что ли? Вроде. Когда ты сдохнешь, сука? Ни хрена, она живучая тварь была, блин. Так, сейчас подожди. Да блять, это что было? Ох, ну сука. Понятно, это хуйня какая-то. Получи, гаденыш. Блять, да что не вовремя это ебаная перезарядка, блять. Минус УЗИшек, блять. Что это еще за хрень? Чисто. Здесь девчонка. Выводи ее. Помогите. Я займусь Альберто. Не уйдешь. Я иду наверх. Виктор пошел за Альберто. Понятно. Ну. Броня-то у меня есть. Вот хпшек ни хрена. Да. Я чувствую, здесь калашек нужен, да? Сволочь! Блять! Чувствительность полное говно. Я помню, за что я эту игру ненавидел, блядь. Сдохни. Хренасос, блин. Ну чё, броню нельзя полностью подобрать, да? Экс. На сторону. Ну в это значит, да? Естественно. Я тебя сотру! Что ты нахуй сотрешь ты меня? За луку свою сотри. Я мокрое место будет. Где этот хуесос? Что там, сам себя что ли? Где этот урод? Добро пожаловать на бой, Ром. Да блять! А УЗИшка, нихуя не хочешь пострелять, нет? Тупой пес. Все, блять. Посмеялся, кто посмеялся, да? Броню бы я сейчас взял бы. Брони что-то нихера нету. Музыка тут реально говно. Та-да-да-да, та-ра-та-да, та-ра-та-да. В смысле?
Ты свой? Сейчас. Окей. Мы готовы. Ой, сейчас хардкор начнется, блядь. Группа Браво готова. Идем вниз. Пипец, блин, просто. Ах, сука. Кто там, блядь? Сдохни, петух. Я вообще не ожидал, что он там будет. Подожди, ну это калашики. Естественно, калашики. Это калашики. Да, игра прям по-страшному троит, я в шоке. Не уйдешь! Ушел ты нахуй! От тебя ушел и от всех говнюков уйду. О, броня. То есть нам не сюда, да? Да сдохни, я только броню, блядь, подобрал, идиоты. Сдохни, тварь. Мы же заколебали появляться, вот серьезно. Появляются, блин, как эти, блин, голубки. Голубцы, хотел сказать, ну ладно. Я тебя прикончу. Сволочь! Чё? Не, не закрыто, да? Сука, сдохни! Блядь, бэм! Кто, блядь, гранату кинул? Вот вопрос, блядь. Кто нахуй? Откуда, блядь, чё за Counter-Strike? Ума нету, да? Я тебя чуть не убил. И чё, эта мразь теперь будет там? Это со что ли? Где сосунок? Чё, блядь, тебя не устраивает нынешнее положение? Ничего. Все чисто. Виктор, собирайся. Через час вылетаешь в Колумбию. Да,
Так, значит, Виктор Корбет назначается в отдел по борьбе с наркотиками. Как наблюдатель и консультант. Собрать информацию о картеле Ла Валедора и принять участие в спецоперации против них. Ну, как обычно. Нет. Кто он вообще такой? У нас что, своих людей не хватает? Я ничего не могу поделать. Его прислали из Вашингтона. Придется терпеть. Войдите. Он здесь, капитан. Пустить его. Нет, в задницу послать. Эх, ладно, впускай. Добро пожаловать в Боготу, мистер Корбет. Я капитан Энтерадор, а это лейтенант Родригес. Присаживайтесь. Есть новости по делу. Подтвердилось предположение, что за нападением стоит картель Ла Валедора. Недавние рейды управления позволили установить, что боссом Ла Валедора, возможно, является некий Хуан Эстебан, он же Эль Корсарио. Все данные по операции были уничтожены во время резни, так что улик против него не осталось. Официально этот ублюдок чист, как стеклышко. Однако мы сумели выяснить, что завтра в отеле «Парадиса» состоится встреча местных баронов. И Эль Корсарио будет там. Мы отправим туда группу слежения. И вы отправитесь с ними просто как наблюдатель. Хорошо? Никакой стрельбы. Вопросы есть? Нет. Окей. Доложитесь лейтенанту Лопесу завтра в 9:00. Он введет вас в курс дела. Глава первая. Змея в раю. Смотрим. Добро пожаловать в Парадисо, сеньоры. Благодарю вас за то, что посетили мой отель. Предстоящая операция позволит нам занять главенствующее положение во всей Колумбии. Прежде чем мы приступим, небольшая демонстрация. Мы всегда были и будем на шаг впереди полиции. Ну, конечно. Поэтому сейчас. Мне точно известно, что за нами следят. Что? Но это не повод для беспокойства. Ракета! Ракета! Иди проверь, на чем я остановился. Так. Выбираться из этого нахер здания надо. Так, а я вот не помню, наверх. Чё, в натуре? Опа-на. А может, ты как бы возьмешь, не? Игра реальными временами напоминает Макс Пейна. Так, подожди. Я ж надеюсь, мы кучу сохранений не наделаем. Открыть никак? Типа нет? Прекрасно. А, ну тогда понятно. Вот черт! Ты смотри, как полыхает! Я туда не полезу! А зачем? Там вынюхивать нечего. В таком огне даже робокоп не выживет. Мне отсюда видно. Все мертвы. Ну ни хрена себе! Робокоп?
Ну да, типа Робокопа я. Прикольная отсылка. Робокоп? Так. Но здесь у нас ничего, да? Чего? Не, нифига. О, у нас дробовик, 8 патронов. Сюда, походу, теперь, да? Хоп. 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 Так. Эй, мужик, ты чё, с войны вернулся? Мне нужно позвонить. Судя по звукам с крыши, звонить тебе надо в похоронное бюро. Якоб, мне нужно связаться со штабом. Когда они не дрыгаются, браслеты надеть легче, да? Телефон. Ладно, ладно. Пошли. Пошли. Этот засранец, блин, предупредит 100%. Смотри у меня, сука. Я буду снаружи. Что у вас там происходит? Мы потеряли сигнал. У этих гадов базука. Солгада и Брока мертвы. Черт, сгорели дотла. Мы потеряли пятерых, чтобы выяснить, где эти ублюдки собираются. А ты все провалил. Оставайся на месте. Мы прибудем через минуту, и я лично... Надо кое-кого подстрелить. Что? Даже думать не смей, идиот! Не смотри уйдет! За ним! Ты мой, урод! Ну да, кто бы говорил. А, нам сюда? Не уйдешь! А, сука! Блядь! Ого! Ну, коллаж, блин, был. Хороши дробовики. Все, ребят, теперь мы уже по-другому, да, поймем. Так, расклад поймем. Ага. Эрнандес, как ситуация? Все чисто. Закрыто, да? И тут закрыто. Бывает, понимаю. Как? Да блядь! Какого хрена я в этого хуйсуса не попал, а? Тут прицел маленький, пиздручный, просто пиздец. Даже кажется, что на цель немного, блядь, проще. Понятно. Где они, блядь? Я тебя прикончу! Долбок твою мать! Уже патроны закончились, я манал. Я тебя на
опять разнесли. Куски. О, отлично. ТП-шки были. Я так понимаю, что нам лично, да? Он у лифтов! Заткнись! У него наша рация! Калаш, он почти наш, да? Захватить наркооборонов. Сейчас босс, что ли, будет? Нет. Да ёп. Я тупо не попадаю этим. Да ёб твою мать, кто там? Откуда? Реально сливается с этим никакого. Ебать! Ебать ты косой, еще и патроны перезаряжающие. Я просто с него хуею. Понятно. Да ёб... Пиздец, у меня калаш заполнился, я манал. Искусство. Да! Да ёб твою мать же, мразь! Блять, еще и патроны не вовремя заканчиваются. Вы серьезно? Он рядом с лестницей! Брось туда гранат! Длинная, блядь, логика. Прям мафию, блядь, вспомнил. Ты. Я от вас пидоров, блин, это отвлекаю. Да блять! Вовремя, блядь, перезарядка, ебать копать. Отвечаю. Да блин! Блять! Нихуя себе он живущий, блять! Ебать ты пёс живущий, а? Я в охрене просто. Я тебя на тряпки порву! Серьезно? Да блять, ну кинь ты туда нахуй гранату, блять. Я уже труп. Кто бы говорил. А это то здание, где все произошло, да?
Сдохни. Кто гранату, блядь, кинул? Что за ху... Вот кто живучий остался? Кто гранату кинул? Он? Не пойму. Офигеть, сейчас босс будет, я в шоке. Мигель! Эй, Мигель! Лечонер! Я всегда выживал. Выживу и на этот раз. Ну, конечно, ты выживал. Уроды всегда выживают, блин. Ну, понятное дело, естественно, он выбрался через эту херню, да? Ну и где-то, сука. Куда ты, еблан, кинул гранату, ебучий ты пиздюк? Это ослепляющее? Он ослеп? Он убежал, блядь. Всё, нахуй. Это корбет. Самые важные объекты ускользнули. В следующий раз ложаться нельзя. Глава вторая, фабрика, ну, трупов мертвецов. А, наш новый герой Матадор. Убийца из отеля Парадисо. Я бы тебя поздравил, если бы из-за тебя не погибло столько ребят. Габриэль, это твой кабинет? Нет, капитан. Нет? Так выйди. Прошу прощения. Лейтенант Монтега, видите ли, со странностями. Но прекрасный оперативник. Садитесь, пожалуйста. Они мало что оставили в отеле Парадисо. Кроме этого, фабрика Рока Балавера закрылась 5 лет назад. Недавно мы проверяли ее окрестности и поняли, что там слишком уж тихо. Ни бездомных, ни наркоманов. Все окна наглухо заколочены. Но здание по-прежнему потребляет электричество. Понимаете, что это значит? Хорошо спрятанная нарколаборатория. Именно. Нам нужно уничтожить лабораторию, не привлекая внимания. Надо тихо пробраться в здание, заложить взрывчатку и незаметно выбраться. Это ваше задание. Не проблема. Как вас назвал Габриэль? Матадор? Вам подходит. Так, значит, Лава Ледора выбрала Медельин в качестве базы для производства кокаина. И нам нужно уничтожить все тихо, а не громко, а то это превратится в уличные банды с бандитами. Ладно, посмотрим. Будут знать, с кем связать. Угу. Так.
Охраняет, конечно, долго обосраться, блин. Ничего, сохранила? Так. Ого. И куда? Сюда? Походу, что да. А, вот обход. Укрытие. Смотрите у меня, идиоты. Мистер Тора не любит, когда не все идет гладко. Все готово? Да, мистер Тора. Завтра мы можем начать производство на полной мощности. Столько кокаина мы еще никогда не производили. Показывайте. Мия, на крышу здания напротив приземляется вертолет. И угадай, кто в нем. Наш приятель Энрико Торо. Дай сюда. Это капитан Энтерадор. Энрико Торо производит кокаин для всей организации Лавалидора. Взять этого ублюдка любой ценой. Оповестить всех! Прикрой меня! Участком. Мы под огнем! Готов к смерти! Да блядь! Ёбаный в рот! Сволочь, это ты. Мы под огнем! О, хорошо, он его огрел. Да. Сволочь! Готов к смерти! Я мокрое место буду! Твою мать! Трешак за трешаком просто. А дальше что? Мы спустились с какой стороны? Открыть огонь! Блядь, он не успевается.
Получите! Эти текстуры открыли. Да, блядь! Отойди, бар! Говорить, что по искусственному интеллекту вообще без смысла. Они тупые. Где этот баран? Ты в лаборатории. Приложи взрывчатку в отмеченные тут. Понял. Заложен и испортим всю малину. Да. А, вот еще. Ага, вот еще. Что у меня коллар закончился, это вообще обидно. Сдохни, сволочь! Сдохни! Ну, кстати, на этот... Уёбок куда-то убежит. Получи! Блять, кто это кинул? Какой еблан это кидает? Корвет, мы здесь! Всем отрядом! Зачистить зону! Сдавайся! Тебе некуда идти! А, ты меня не достанешь! Берегись! Этот гад пытается сбежать! Вот, блядь, и вертолёт, нахуй. Опа. Это режа... реж... как это сказать, блядь? Меняет положение дел. Так, сколько... Отлично. Ты, блядь! Оптор, блядь. Блядь, какого хрена ты, блядь, в него попасть не можешь, блядь. Вперёд, блядь. Попал? Схуяли! Попал, блядь. С какого, блядь, раза? Сразу 50-го, блядь. Блядь. Блядь, блядь, попал, блядь.
Ой, блядь, в себя попал. Ебать, там разрушаешь, блядь. Хо ничего. Блядь. А я попал, блядь. Минус вертолетик. О, братья, привет, всем пока. Так, а теперь мне ХП нужно. ХП. Блять! Блять, какой там говнать стреляет? ХП остались? Или нет? О, остались. Это хорошо. О, хорошо, хорошо. Гангарас Блич. Да. Так, эти уёбки на крыше были или где? Или да. Не. Походу нам вниз. Ну вниз так вниз. Сдохни.
Отсюда будет воздух быть. Сюда, что ли? Продолжаем. Окей, Матадор. Матадор? Вас все так называют? Надо же. Блять. Ты уже труп! Да кто бы говорил? Я тебе мозги выжму! Сдохни! Блять. Не уйдешь! Теперь да. Пожалуй, дальше лучше подняться по лестнице. Надо было все. Ну, сюда так сюда.
Ну давай. Где ты там? Ребятки, мне для вас сюрприз, блядь. Я тебя прикончу! Как вам? Зашло? Сволочь! Получи, гаденыш! Да ёб твою! Блин. Ага. Хрен тебе. Так, хорошее положение дел. Мне нравится. Нам не сюда, да? А куда дальше? Блять, хватит так пугать нахуй. Сука!
убью! Но! Сдохни, сволочь! Я тебя прикурю! Сдохни! Получи, гадёк! Ну окей. Сюда так сюда. Стоп. Нет. Подожди. Но я ж помню, что куда-то сюда. А, вот, да. Так. Ну да, вот и выход. Я тебя прикончу! Нахуй пошел. Да блядь. Лови, блядь. Выйти, значит, мы не сможем нормально, да? Это понятно. Тогда понятно. Так, сколько мы там играем уже? 71. Ребят, мы будем через минуту.
скользкий этот сукин сын, этот Корбет, или... ой, не Корбет, а этот, за кем мы гонимся. Глава 3. Город вечной весны. Я его вижу. Он прямо перед тобой. О, черт! У него тут целая армия! Черт! Уходим! Уходим, пока нас не достали! Убейте эту сволочь! Оу! Экшон, экшон! Блять! Ух, Игорь! Так. Пошел. Они там поливают. Ни хера не видно, блин. А ты чё? Так, он ушёл туда, да? Ты мой Рико! Чуть не все бандюки в городе. Попробуй зайти сбоку с группы чай. И а, вот. Да блядь! Пипец! Ты
мой, урод! Да. Пипец. Чуть нахер не убили, блин. Чё только не было. Насраться, блин. Так. Короче, весело. Идем. Кто раскрылся в здании в конце улицы? Если ты не копался, мы бы его уже взяли. Мы постепенно берем их под контроль. Они отступают, но в этих переулках могут держаться целую вечность. Пошли! Вперед, ребята! Да. Вперед, назад. Ты еще живой. Да, не ожидал. Бывает.
Хорошо, блядь. Закрыто. Сука. Да. Да, я нет. Я тебя накрыл! Фух. Точки взять. Ну, хотя бы так. Так. Ага, город вечной весны. Так, где? Еще мало играем, да? Поджарь его! Вот так начало. С одного раза как бы понял. Сопротивление бандитов слабеет. Это последняя область боев. Вперед! Встретимся в конце улицы. Окей. Серьезно? Ладно. Очевидно, откуда бы они палили бы.
Очень очевидно. Сдохни! Блядь. Блядь. Да, блядь. Я своего убил. Извините, не хотел. Я не специально, правда? Отвечаю. Бля. Ладно. Хотя бы так. Да, музыка внезапно, блин, как сказать, уходит, приходит, блин, такая хрень. Вообще капец. Угу. Ты такой, блин, галимый прицел к этому, как его. Я тебя прикончу! Да, блядь, откуда? Сдавайтесь и выходите из здания с поднятыми руками. Это последнее предупреждение. Приготовиться! Эти обколотые не понимают слова «сдаться». Придется всех перебить. Матадор и Родригес идут через боковую дверь. Моя группа наступает с фронта. Давай, Виктор! Да я понял, подожди. Сколько я уже лет, Виктор, блин. Так. Блин, ну чё оно само врубается, замедление? Я вообще не понимаю. Да, заходить. Походу, что да. Ну окей, будет так. Ну не стой столбом. Мы готовы. Нас стреляют! Огонь!
Ой, блядь. Они здесь! Все! Да, но вот тут надо аккуратно быть. Да блять! Тупая дура! Я тут этого хотел, говнюка, она, блядь, под пули лезет. Ну не дура баба, не? Блять, откуда? Не, ранена! Прикрой меня, я иду к ней! Кто откуда, блядь? Блядь, я нихуя ничего не вижу, блядь. Да ёбаный ты ухуесос. Ладно, пойдем проверенным путем. Отлично, хотя бы так. Ну где этот уебок? Патроны кончились. Ну что, кто тут уже смелый, блядь, а? Где этот уёбок? Да, блядь! Тебя прикончу! Кого ты, блядь, там прикончишь? Сука, ты уже внизу, блядь, оказался, мразь! Где он, блядь? Нет, не стреляй, придурок! Не убивай меня! Меня не думай! Я тебе все расскажу про лава Ледора! Все! Мы знаем про лава Ледора все, что нужно. Кто устал? Помоги Родригес, ее ранили в плечо. А вы... Приберите этот бардак. Да. Да, вот такие дела. Ну, я так понимаю, что многие уже понимают, что этот коп что-то знает, и он убил просто так чувака, хотя тот сказал, что знает. Так что да, есть сомнения насчет этого копа, что он какой-то темный. Так, ну глава 4, зеленый ад. Смотрим, что там дальше будет. В принципе, ребят. Лава Ледора получает листья коки от некого Есилева по кличке Майор. Это бывший израильский наемник, который прибыл в Колумбию в 80-е годы как военный инструктор. Он обучал боевиков
и в конце концов решил здесь осесть. Сейчас он контролирует большую часть плантаций коки в области Сан-Хосе-дель-Гуавира. Но майор поставляет наркомафии не только коку, но и оружие. Совсем новенький, фабричного производства. В последнее время мы то и дело находим их на трупах. Неплохо. Обезвредив майора, мы убьем двух зайцев одним выстрелом. Значит, авиаразведка обнаружила два небольших лагеря наемников Лева, но здание для хранения наркотиков обнаружить воздуху не удалось. И, естественно, нам посылают нас туда, да? В джунгли. Да, класс. Так что я наконец-то ее уломал. Я тут торчу, как дурак, а ты там с девкой. Ладно, мне пора. Охраняй нас как следует, я надеюсь на тебя. Охрана уничтожена. Я в точке А. Вижу тебя. Впереди реку и спускайся в долину. Со спутника врагов вокруг не видно. Понял. Конец связи. Такс. Там. Хотя я вроде тап не нажимал. Так. Есть у нас с глушителем? Есть. Чё, максимум 90 патронов? Нет, 120, наверное, да? Да. Прям сцену из Хищника напоминает. Блин, я думаю, даже... музыку еще тише сделать. Эй. Так. В джунглях вообще будет жестко. Блять! Как ты меня, сука, заметил? Перед тобой долина. Ты должен видеть лагерь. Слева противник. Возможно, усиленная охрана. Ты знаешь, что делать. Да, было бы просто знать, что делать. А где там враг? Так, тут я врага не вижу. Там хата какая-то. Не, врагов не видно. Это не а-ля снайпер. Понятно, закрыто. Понятно, что без прицела. Глушителем у нас только
походу автомат, да? Ну погнали, чё? Нахер пошел. Да бесите как бы, а? Так. Да ёпперосете. Нихера не видно, вот честно. Да сука! Сдохни ты, а? Как бы бесишь уже. Гад! Блядь. Сам и подорвался, еблан. Бывает, чё, блядь. Я на скальной полке. Спускаюсь к лагерю. По показаниям спутника, в лагере много врагов. Это я уже понял. Певцо тут попивают. Ребятушки, блядь. Так. Ну чё, реально вниз? Вниз так вниз. Чё... Чё поделай? Сдохни! Да, блядь! Сука, вот если ты... Ну, естественно, это хуйло, небось. Ну, понятное, блядь, дело. Что это, сука, блин, гнида мое расположение развело, блядь. Как же без этого, блядь? Сволочь! Это ты, сволочь, ёбаный в рот. Ну чё? Подорвался, сука. Сука! Это я первый сказал, еблан. Педик. Ну да, тут стёкла не пробьёшь. Я ж надеюсь, это не просто так было, да? О, блядь, там пулеметы, ёбаный в рот. Пиздец. Вот это, блядь, нежданчик. Что-то пулеметы я, блядь, не заметил. Так, а как же их убрать? Серьезно? Я надеюсь, им пизда этим пулеметом, нет? Гранаты творят чудеса. Отвечаю, ребят. Прям сейчас понял. Пошел в жопу. Ты тоже. А ну-ка, блядь, долетит. Почти, блядь. Только, наверное, там никого... Я обыскал весь лагерь. Меня здесь нет.
Он на другой стороне долины. Туда можно попасть через северный перевал. Тропа должна начинаться с крыши дома. Окей. А, вот. Чё, погнали? Чё, брони же не было, да? Или была, подожди. Нет, тут, по-моему, только радио было и все. Хотя... Хотя кто знает? Не. Тут только аптечки, да? Ну, кстати, ребят, в виде скорпиона кокаин. Я, кстати, не заметил, но прикольно, в виде скорпиона. Так. Окей. Нет бы стримами заниматься, а они... Ну... Им же проще наркоту разрабатывать, да, ребят? Так. О. В смысле, перепрыгнуть надо было, что? Ну да. И сюда, походу, да? Блять, я прям не вовремя, блять, сохранился. Нихера себе. Ребята, сюрпризы дают. Прям нежданно, негаданно, блять. То, что мне дают снайперку, это мне нихера не нравится, вот честно. Блять. Я за ним слежу. Я тебя прикончу. Я тебя прикончу. Нахуй пошел, прикончит он меня, блядь. Я тебя... Да нет. Это я тебя уничтожу. Придурки. Так. Да, скорее всего, здесь босс будет. В принципе, я примерно предполагаю. Конечно, мои предположения. Сейчас посмотрим. Подземный склад. Радио вырубилось, сигнала нет. Отлично. Это было громко.
Глава 4, зеленый ад. Окей, окей. Погнали вперед, ребят. Ну вот. Выбраться из пещеры. Сколько там? А. Да. Так, ну в принципе можно еще раз сохраниться. Да, наверное, я думаю, что на этом можно сегодня стрим завершить. Вот. А всем спасибо, что смотрели. Да, El Matador, кстати, есть у меня на прошлых прохождениях, ну, кусками, не стримами. Кому интересно посмотреть прошлые записи. Вот, но там, по-моему, без комментариев было, поэтому тут вроде, ну как, с комментариями, с микрофоном, а там вроде было без микрофона и без комментариев, вот. Так что, в принципе, вот такая игрушка наподобие Max Payne, я теперь думаю, вы понимаете, почему она примерно Max Payne, но она увлекательна, она, конечно, короткая, увлекательная. И клон Max Payne. Но мне на тот момент, когда я играл, она, в принципе, очень нравилась. Вот. Как-то так. Да, она короткая. Тут всего 6 глав. Мы прошли, считай, 4 главы. Она очень короткая. Ее можно даже пройти походу на 2 стрима. Так что да, наверное, в следующий раз мы уже пройдем. Ну, всем до новых встреч. С вами был Казуко Фэмили. Спасибо, что приглашали друзей, ставили лайки. Не забывайте про палец вверх, про колокольчик. Ну а всем до новых встреч и всем пока-пока!